В Новосибирске продолжается снегопад. За последние два дня с дорог вывезли 17 тысяч кубометров снега. Однако магистрали все равно скованы пробками даже днем, а во дворах по-прежнему не пройти. У нас не убирается. Вот здесь, видимо, проходит вот здесь этот трактор или что-то. Вот здесь вот кучу эту. И все вот это. Остальное там ничего не убирается. С коляской невозможно. Вот мы без коляски ходим. Да как попало вот это все сделано? Это лишь бы... А посмотрите, а там что делается? Это кошмар какой-то. Все забаранили и такие кучи снега. Там же не пройти вот по ребрике-то детям особенно. На дорогах снежная каша, на обочинах огромные кучи. Особенно трудно через них перебираться пенсионерам. Даже снегоуборочная техника порой не справляется с рыхлыми сугробами. Это видео снято в микрорайоне Родники. Небольшой трактор застрял в снежной куче. На выручку пришла техника покрупнее. Старший помогает младшему. Так новосибирцы прокомментировали этот ролик. Тем временем на крышах образовались внушительные сосульки. Это длиной в два этажа выросла в самом центре города. Рядом полностью обледеневшая водосточная труба. А совсем недалеко от стены припаркованы десятки автомобилей.